Вы наш Шарапов? Да, пожалуй. Ведь чуть смягчились времена, доступней стала людям жалость, остыла от войны страна. Не с бандами за души биться, нам время мирное велит. И хочется, коль оступился, скорее не, чем посадить. Любили вас, служил кто с вами, берем отнюдь не с потолка. Однако звали дядей Ваней и те, кто нарушал ука. Но мы сегодня вспоминаем совсем другие времена. Пред теми головы склоняем, чью юность обожгла война. Вы в бой ушли, еще безусым, 17 лет лишь впереди, но небо городишек русских сумели стойко защитить. Кто знает, где там эти сарны, а вы познали их сполна. Огнем безжалостным и жарким крестила в сарнах вас война. Зенитки малого калибра Люфтваффе били только так. Вы сколько мессеров подбили на случай низких берегах? Но не из тех полковник Статов, чтобы о подвигах трубить. Он дядей Ванью остался, поскольку всех сольчан любил.